Короче, я буду всех убивать. Надо. Мне надо в торговую разгрузить. Зачем? Неделю сделать. Вот, неделю. Я в джунгли приезжу. Я тебе просто нужен. Знаешь, конечно. Майк. Все, молчи, убивайте. Oh, fuck.
Я люблю пекинь. Нет, мы идем гулять.
Thank you.
Thank you.
Да, где? Я короче просто в наушниках. Другого не возьму. Сейчас. Короче, эти наушники я подключил полностью. Подключил их полностью к телеку. И тупо ничего не слышу. То есть. Слышишь? Тупо жесткий бас. Тут такой чистый звук, что это так приятно. Хай. Слышишь, мне нужно будет собрать звезду на первую, вторую, третью неделю. И четвертую. А нет, первая, третья и четвертая его. Да. Я до сих пор не выполнил вот это задание с как его? Да. А там сразу можно несколько сверху. А нельзя? Сейчас проверим. У тебя есть сегодня какое-то ежедневное задание? О, у меня тоже задание с боеотрядов, только у меня там пережить 150. Мне в последнее время не подал задание сыграть один матч с другом. Короче, я один наушник. Я тебя обратно буду слышать. А звук будет перебивать, он слишком мощный звук. А, к сожалению, у меня и так минимум. Если я подрублю на максимум, то это пиздец будет. Так, где там звездочка? А, нет, первой недели или третьей недели. Я сейчас возьму. А ты не знаешь где? Секретная звезда. Первая на поле своего. О, где-то здесь. О, ладно. Это уже у меня вторая лама за день. PlayStation Go. А в Новой Зеландии нет? Еще и то он близкий. Я, кстати, уже вряд ли буду знать, что это. Ну, типа, я его буду только стримить. И то,
типа, донатит, я не уверен, потому что я не так, что буду много играть уже. У меня вчера на стриме собралось 14 человек по UFC. Я офигел. За один раз 14 человек. На стриме. Так, где-то тут? Вот оно. Да. Вроде вот оно. Где мальчик вот, наверное? Ну вот. Я на третьей неделе, и где там секретная звезда? Она наверху, что ли? Дань. Там где, ну, на третьей неделе, короче, где. Хотелось бы. Ладно, еще я в ютубчике. Первая неделя на ревнивой лагуне, на фаше вот тут. Вторая неделя, точнее, на третьей неделе, это там, где что? Там, где кобра через ловушку пробегает. Да, сейчас. Да. Значит, она должна быть где-то там. Четвертая неделя, она на вулкане. Блядь, у меня нету звезды какого. Хм. Настя, у меня бак, у меня не показывается секретная звезда, я теперь ее хуй возьму. В следующей катке только. Ну пиздец. Что там, на вулкане, да? А вот там окей. Сейчас пойдем. Пойдем. Забирать на пузырь. Бля, зона хуйня. Пошла нахуй. Бля. Мне больше всего нравится, типа, то, что на стриме там просто чистый звук, то есть меня там идеально слышно. Это охуенно просто. А, ты на компе шпилишь? Понял. О, 38 хп, она типа внутри вулкана? Да, если на вулкане, то сверху поставлю. Реально все. Ну ладно, пиздец. А ты меня не слышишь? Блядь, не слышишь. У меня просто чат не включен. Я надеваю наушники. Сейчас, я наушники одену.
Ладно, я тебя уже не буду слушать, я очень плохо слышу.